покажу этот трансформатор с двумя еще обмотками. Тут мы видим конденсатор параллельно привычный. Давление теперь почти где-то 0,1 ампер. Теперь закорачиваем вторую обмотку. Лампа не горит, как на первую подключена. Лампа загорается, потребление становится 1,6 ампер где-то. Ставлю ямчик конденсатор параллельно первичной обмотке. Теперь холостого хода тоже 0,1 ампер, 0,1. Немножко больше, тогда может 0,5 ампер. Теперь закорачиваем, лампа загорается ярче. Ставил 0,4 или сколько микро. Потребление вырастает до 2,5 ампер. Ну, напряжение падает. Так, теперь 14 вольт где-то, 2,5 ампер. Ставлю еще ямчик. Тут был 470 нанофарад. Потребление где-то тоже 0,9, ой,
0,1, ампер 0,1,5. Немножко выросло. Чем ярче, тем вырастает. Может, тогда было 0. Или может 0,2 ампера. Сокращу. Все, должно ярче. Ярче будет. Теперь 2. Два и 7 ампер растает одного микрофона. Самая яркость. 2,3 ампер. 2,4. Когда отключаю, падает до 0,2, 0,1. Тогда вторую отмотку откорачиваю. Теперь поменять, попробую обмотки местами. Лампочка на одной обмотке. Теперь на той, которую закручиваю. Вот. Так, там будет закрачивать. Так, ярче. Это мне не было. 3,2 ампера. То есть потребление больше. Тут разное число витков.